На 7 дней сотни предприятий по всей стране распахнут свои двери для школьников. В России стартует масштабная акция «Неделя без турникетов». Присоединился к ней и Первоуральск. На ПНТЗ готовится принять более 1500 детей и родителей. Соглашение успешно подписано. Огромное спасибо. Начиная с 15 апреля на 7 дней вход в образовательный центр группы ЧТПЗ для школьников Свердловской области будет свободен. Юным уральцам расскажут о белой металлургии, а также о востребованных профессиях, которые молодые люди могут получить бесплатно и недалеко от дома. В прошлом году в течение такой недели без турникетов на предприятии побывали почти 2000 детей и родителей. К масштабной акции по профориентации уже присоединились 185 предприятий Свердловской области. От машиностроения до индустрии и красоты. Все они готовы провести экскурсии для школьников. Выбрать предприятие и записаться на экскурсию можно на сайте федерального проекта «Единая промышленная карта». Соответствующее соглашение с образовательным проектом по ранней профориентации школьников накануне подписали новотрубники. Сегодня многие рабочие профессии, они очень сильно изменились. Они стали более современными, более высокотехнологичными и инновационными. И поэтому в рамках профориентации мы рассказываем детям, мы показываем детям эти профессии, показываем современное высокотехнологическое оборудование, которое находится на предприятии.